В общем, получил небольшую посылку на Озоне. Сейчас будем ее распаковывать. Вот приключилась у меня такая штука. Это, как видите, провод. От зарядный провод для ноутбука. Короче, вот здесь вот я тоже наколхозили. Получается, здесь он у меня из составных частей состоит. И как это ни странно, вот здесь внутри произошел разрыв контакта. Временно сделал такой переходничок. То есть соединил один контакт наружным проводом. Внутренний контакт работает нормально, а наружный где-то там прошел пробой. Вот. И поскольку так, естественно, неудобно, это временное решение, поэтому заказал себе новый переходничок. Сейчас будем распаковывать, посмотрим. Это, короче, шнур зарядник для ноута. Вот. Так он упакован, чтобы видно было-то. В принципе, ничего, коробка, мешочек, зарядник, значит, адаптер Type-C, что у нас тут, 65 ватт, вот он, Type-C-шный провод. Но проблема в том, что у меня компьютер не Type-C зарядка, поэтому заказал еще вот такой вот переходничок. Вот у меня здесь насер. Так вот вставляется. Сейчас будем пробовать. В общем, подойти он подошел. Так вот немножко торчит. Это длинный переходничок, видать. А так, зарядка идет. Ну вот, все работает. Теперь вместо вот этого штуки я буду таскать один зарядник на телефон и на ноут. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока.